А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новенький видосик. Ребятки, проснулся я сегодня с утра, посмотрел, зашел в игру и офигел. Друзья, у нас цены опять поднялись. Ребята, 5 миллионов и 100 тысяч стоит Huge Hell Rock. Офигеть, тут, правда, цены не сильно поднялись на обычные, не знаю почему, ребят, но именно на Huge Hell Rock поднялись цены жестко. И еще, ребята, по-моему, на Huge Happy Rock тоже поднялись цены. Тут радужные сколько? 13 миллионов, ребята, радужные. Офигеть. Друзья, я просто в шоке, поэтому что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем зарабатывать 100 миллионов геймасиков. Друзья, у меня сейчас 17 миллионов. У меня сейчас есть вот такие вот Huge Hell Rock, но я их не хочу продавать, потому что они уже прокачаны немного. Я сейчас возьму 13 уровень, 13 ранг, и, ребят, мне нужно будет питомчики еще покупать. Поэтому я, чтобы их не покупал, точнее, вставлял, я себе их оставлю, потому что они уже прокачаны. А нам нужно сейчас перекинуть по максимуму у меня Hell Rock'ов. У меня там еще немножко осталось. И продать, ребята, по 5 миллионов продавать, это вообще просто на изи. Я думаю, мы сейчас 100 миллионов просто срубим только так, ребят. Так что, ребятки, побежали торговать, побежали зарабатывать наши миллионы. Ну, а вы, как всегда, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И ставьте лайкусики моему видосику. Погнали! Также, друзья, кто еще не знает, у нашего канала есть телеграм-канал, где я часто провожу конкурсы с подарками, делюсь с вами новостями и где вы можете пообщаться и найти новых друзей. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Итак, ребят, нам нужно отсюда выйти и зайти куда? Конечно же, в старый добрый Пет-симулятор X. Потому что там все действие сейчас происходит. Так, друзья, я уже себе предварительно подготовил чувачков, которые стоят и меня ждут. Давайте мы сейчас к ним зайдем на сервачок, если нас пропустит. Отлично! Вот, все здесь. Все бортанчики стоят. Теперь смотрим, ребят, что у меня здесь пооставалось. У меня тут еще много еще осталось. О май гад! Ребята, знаете, что я так подумал? Я так подумал, что, наверное, я буду вот эти вот тоже продавать, которые у меня с силой 5. Ну, от них толку вообще никакого нет. Потому что Пет-сим-X, ребятки, уже рип. В него уже мало кто играет. И я думаю, что отсюда только нужно будет перекидывать Хуга. Ребята, кстати, знаете что? Я только сегодня узнал, оказывается, что вы не сможете перенести аккаунт, точнее, перенести Хугов на аккаунт, которому 14 дней, меньше 14 дней. Прикиньте, я даже не знал. Будете знать, я сегодня создал нового твинка, а оказывается, нет, нужно, чтобы 14 дней было твинку. Вот так вот просто сделал. Вот так вот он о нас заботится, понимаете? Разработчики BigGames заботятся о нас, чтобы мы быстро перекинули. Нет, лучше платите робуксы. Но ничего, ребята, у меня аккаунтов полно, все чувачки стоят. Давайте начинать, значит, первого закинем. Fanrix Play Game, давайте сюда. Так, и отдаем ему сразу 4 хуга, ребята. Отдаю вот эти вот с роялти, ребята, отдаю, офигеть. Или может не отдавать? Они еще подписаны, ребят, смотрите. Не, давайте я не буду этих отдавать, давайте я отдам каких-то просто силой 5. Что-то мне с роялти реально жалко. О, у меня еще тут остались на даймонд, на агилити, нормально. Раз, два, три, 4, 5. Отлично. Все, передали. Так, теперь проверяем. У нас 4 штуки есть. Все отлично есть. И залетаем сюда, сразу передаем. Хьюджис. Раз, два, три, 4, 5. Найс. Трансфер. Ебой. Так, ну что? Есть. Отлично. Все работает. 6 дней осталось теперь до следующего. Так, теперь идем проверять, смотреть, есть ли они у меня в игре. Надеюсь, ребята, что будут. Потому что мне уже, если честно, надоело. Надоело то, что постоянно они у меня пропадают. Так, смотрим. Есть. Найс. Так, пятерик есть. Отлично. Так, погнали на следующих. Только, ребята, наверное, я все-таки на роялти оставлю. И подписанных оставлю. Ну, блин, не знаю. И не знаю, зачем. Может быть, поменяю на 2. А вдруг, ну, типа... Хотя, ребят, как вы думаете? Вот скажите мне свое мнение. Стоит оставлять на роялти и подписанных? Ну, я пока что оставлю. Вы напишите в комментариях, я подумаю. Мне кажется, что все-таки... пока они мне не нужны, можно пока что оставить. А там уже посмотрим. Так, еще одну бортанчику закидываем. Раз, два, три, 4, 5. Найс. Это у нас уже будет 10. Если их продать по 5 миллионов, это уже будет 50 миллионов, ребят. Офигеть. 50 миллионов. Слушайте, так можно и насобирать на этот, как он называется, на Титаник в новой игре. Это прям круто. Так, очень надеюсь, ребята, что в этот раз будет приз происшествий, потому что в прошлые разы у меня улетело 15 хугов вообще. Просто в никуда. Поэтому я сейчас записываю, чтобы прям показать доказательства. Предоставить доказательства, если вдруг произойдет такая штука, и они улетят. О, первый раз захожу, ребят, прикиньте. Первый раз я захожу этим аккаунтом в игру. Так, надеюсь, это сработает. Вот сейчас, кстати, и проверим. Если первый раз заходите, они сразу у вас, получается, попадают или нет. А ну-ка, есть. Так, смотрим, у меня
меня тут ничего нет. Отлично. Так, claim all. Ебой, nice. Почему, ребята, почему мне они не зашли? Когда я делал это на стриме, когда я Титаника переносил. Почему так произошло? Почему я такой невезучий? Так, еще два чувачка. Давайте по фасту им передаем быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. Nice. Пять хугов улетает. Теперь проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Трансфер. Ебой. Отлично. Ух. Пока что, ребят, без происшествий. Мне прям лучше, мне прям живется спокойнее. Ребята, 15 хуга я в прошлый раз потерял. Вы прикиньте, это сколько денег? Это 75 миллионов на ровном месте. О, чувачок стоит, давай, давай, стой. Так, проверяем еще раз. Хугов нет, клейм есть. Все, отлично. Так, это у нас уже получается сколько? 10, 15 и еще один чувак. Оп, где он? Вот он. Это, ребята, тот, кстати, твинк, которого делал, типа скамил подписчиков. Поверят они, что это я или нет? Но красавчики не поверили. Раз, два, три, четыре, пять. Все, найс. Закидываем. Полетели, полетели. Прям, слушайте, хорошо работает. Прям, слушайте, удивительно. Мне прям даже мало верится в такое. А ну-ка, этот аккаунт уже тут немножко дольше, чем обычно. Еще раз проверяем. Хугов нет. Claim all. Все, хуги есть. Отлично. Теперь давайте передадим все Фанриксу и пойдем продавать. Пойдем их сливать. Отлично, ребятки. Все, продали. Точнее, передали все, что мне нужно было. У меня теперь 20 штук вот таких вот на продажу. И, ребят, прикиньте, пока мы ходили, они выросли еще на 150 тысяч. Было 5 миллионов 100, а сейчас 5 миллионов 250. Полетели быстренько, погнали тогда продавать. Я не знаю, может быть, надо было подождать, ребят, но мне очень сильно нужны сейчас деньги. Я буду в шоке, конечно, если они сейчас поднимутся там до 8, до 10 миллионов, а Титаники не поднимутся в цене. И можно будет продать, купить потом Титаника. Кстати, а давайте посмотрим, сколько сейчас Титаник стоит. Просто самый-самый простой. Допустим, банана. А, 357 миллионов. Вот они показываются здесь. 327, 400. Нет, что-то это... Вот, 202 миллиона. Титаник Blue Balloon Kit. Ребята, получается 40. Продаете 40 Huge Hill Rock'ов и получаете Титаник. Это прикольно, слушайте. Опа. А, не, нифига. 480. Да не, не, ребята. Я даже за 400... Цена 200 даже много. Ребята, если по перерасчету, даже 200 много. Так, хорошо, давайте искать сервачок, где у нас Трейдинг Плаза есть с богачами, чтобы можно было продать наших хугов. Так, нашли тут немножко наверху, но я думаю, что страшного. Итак, ребятки, значит, что мы делаем? Смотрим, что у нас по ценам. Еще раз, 5.25. Давайте мы за 5.100, наверное, попробуем поставить. Или давайте за 5, ребята. Хотели за 5, давайте за 5. Мне кажется, за 5 просто так вообще на изи заберут. 5М, чик, раз. Следующий ставим, 5М. Чик, 2. Так, дальше ставим. 3. 5М. Главное не ошибиться. 3. Купили уже, ребята, купили, пока я ставил. Ой, уже покупает, ребята, 22 миллиона у меня. Ой-ой-ой, сейчас будет, наверное, сейчас будет разбирать. Надо быстро покупать. Какой-то чувак, кто купил? Волтер ВХ. Спасибо, братан. А, ну прикольно. По одному себе потихонечку берут, ребят. По 5 вообще просто на изи. Ребята, это, мне кажется, хорошая цена, потому что 250 тысяч, как говорится, на дороге не валяется. 250 тысяч в наше время, это прям огромные деньги. Так, а сколько я смогу поставить, кстати, максимально? Так, 5М. А, все, все, не могу, нужно расширить немножко. Так, не понял, почему. А, у меня есть ваучер, ребята, у меня есть ваучер, давайте мы его заюзаем. Вот он, yes, плюс 6. You may now, а, 6 я сейчас могу. А, ребята, что-то мне не получается. Смотрите, ой-ой-ой, все сливает, боже. Успокойся, братанчик. Ладно, давай еще, 5М. Я, походу, надо было даже ваучер не трогать, ребят. Потому что, смотрите, все просто скупают. У меня уже 47 миллионов. О май гад. Все скупают быстро вообще, чувак. Смотрите, я не успеваю ставить, он уже сразу скупает. Ладно, не буду жадничать. Хотел поставить типа 5-100, но пусть берут. Пусть берут, если хотите, берите. Мне не жалко, как говорится. Мне главное деньги заработать. Смотрите, все, я не успеваю реально. Офигеть, сейчас заберет еще это. Блин, ребята, я, конечно, буду орать, если завтра он будет стоить 10. Вот это будет, конечно, вообще прух. Но, надеюсь, так не будет, ребята. Ну, потому что он жестко, по 1,8 миллиона их продавал раньше. Правда, немного продал, слава богу. Так, мне еще осталось, ребята, 40 миллионов. Это сколько? Это сколько? Это сколько? 10, 10, 25. Это еще 3 штучки нужно выложить. А ну-ка, ребят. Мне кажется, я все не буду продавать. Вот что-то мне жалко все продавать, ребят. Потому что потом 100% буду жалеть. Но цены будут подниматься. Однозначно будут подниматься. Ой, ваучер теперь. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если я ваучер даю, у меня будет 7. Ваучер, короче, один слот добавляет. Все, да, от
отлично. 10, 20, 35. Так, а у нас тут остались вообще чуваки, у которых есть деньги? Так, Морли какой-то остался один. Я 62 миллиона. И все, ребят. У остальных нет 5 миллионов. Максимум еще один чувак. Нет, теперь нужно менять сервак. О, еще один взяли. О, Мори, этот, который чувак. О, он сейчас все у меня заберет, ребят, смотрите. Офигеть. Этот Мори, у которого 30 миллионов, он, походу, все хочет у меня забрать. Реально, смотрите, уходит. Еще раз. Мори, еще один Мори. Я понял, ребята, он сейчас деньги себе будет зарабатывать. Он будет подороже продавать. Так, все. У меня 97 миллионов, ребята. Мне еще один нужно продать. Еще один. Давай, Мори, забирай последний. Опа, ребята, 102 миллиона. О май гад, ребятки, 102 миллиона. Свершилось. Я наконец-то собрал. Это было жестко, конечно. Не знаю, правильно я сделал или нет. Потому что, возможно, а невозможно, а точнее, скорее всего, точно они будут еще расти в цене. Но, ребят, я очень хочу Титаника, поэтому я хочу еще 100 насобирать и купить уже Титаника, чтобы наконец-то уже в этой игре у меня был Титаник. Так что, ребятки, пойду зарабатывать еще денежки. Вам спасибо, что досмотрели ролик до конца. Как всегда, не забудьте подписаться, влепить свой лайкусик. Меня зовут Фандрик, желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!